Вы посмотрели этот выпуск, снятый полностью на мобильный телефон, ваши эмоции? Ну, во-первых, всякая болтовня на эту тему шла довольно давно и долго. И я вот наслушался этих разговоров вот так вот. Чтобы вот так вот взять, рискнуть, пойти и снять, ну, я такого еще не видел. С этой точки зрения, Альметьевск, в котором я появлялся, по-моему, до этого пару раз, да, вот мне и запомнится вот, Камский бриз, теперь вот запомнится, в том числе и вот этим, рядом других работ, тем, что вот эта команда других людей вот решили и сделали этот шаг. Стали снимать. Что теперь дальше? Дальше надо это продолжать. Пусть у вас появится рубрика «Учите людей», и вы увидите, как на ваших глазах начнут происходить перемены, вам начнут присылать вот эти горизонтальные планы, внятные синхроны и так далее, и так далее. А кроме того, у вас у самих должна быть остаться рубрика как минимум, снятая сотовым телефоном вами же. Почему? Да потому что через эту рубрику вы пропустите всю свою команду, вот, и все ваши девочки вот эти вот, они все научатся думать кадром. То есть они и так все, как бы, но вы же понимаете, что когда человек берет сотовый телефон и знает, что это пойдет в новости, он смотрит уже по-другому. Ну вот, это обязательно надо продолжать. Это классная фишка, которую вы нашли, вы придумали, так что вперед из песни. Я по большому-то счету думаю, что если уж совсем честно, его если доработать, а может быть и следующий выпуск как-то так снять, эту фишку... Не стыдно выставить в другие регионы на фестивале. И вообще-то такие амбиции у вас должны быть, это нормально. Мы будем прилагать все усилия, раскручивать и продвигать Камский бриз, но это же не говорит, что не существуют другие фестивали. И там славу искать тоже надо, потому что Альметьевск – город совершенно самодостаточный и достойный для того, чтобы о нем узнали в других регионах. И там полно и информационных поводов, и всего-всего.